19 октября 2018 года в летнем саду Санкт-Петербурга. Осень, конец осени. И вчера был превышен температурный рекорд. И температура воздуха достигла, по-моему, 16,5 градусов. Такого не было в 100 лет. И наибольшая температура наблюдалась 100 лет назад. И она составляла 16 градусов. А вчера было даже теплее. Но сегодня уже прохладно. Где-то 10.